на бархатцев золотой самоцвет должны прорастать в парнике. Для этого высевают их в середине марта, начале апреля. Рассаду бархатцев золотой самоцвет высаживают в середине мая. Сорт неприхотливый, но любит солнечный свет. Отличается засухоустойчивостью. Период цветения длится с начала июля до первых заморозков. Соцветия небольшие и плоские. В диаметре они достигают всего 2 см. Их окраска переливается на солнце золотисто-желтым светом. Растения из семян бархатцев золотой самоцвет используют для создания невысоких цветников, клумб и рабаток. Бархатцы тонколистные золотой самоцвет — это травянистые высотой от 20 до 30 см, диаметром от 2 до 3 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка золотисто-желтый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.